Обязательно досмотрите этот ролик до конца. В самом конце все самое важное и интересное. Все началось с очень правильного завтрака. 5 яиц, причем только 2 цельных, остальные 3 просто белок. А также 100 грамм куриной грудки и чашка кофе. Буквально за день перед тренировкой я взял и обновил свой гардеробчик. Обновил, а в кавычках, я взял свое самое старье, какое только было, и сделал на него термотрансферные наклейки. На том оборудовании, которое сейчас у нас есть. Мы же выпускаем теперь целую линию одежды от Будушин. Кстати, узнать о том, что это такое, вы можете по ссылке под этим видео. Ну что, во двор, на тренировку? Где же кувалда? А, вот она. И с вами снова я, Михаил Шилов. Сейчас у меня тренировка. На улице омерзительная погода. Но поговорить я хочу сейчас с вами о самоуважении. Для каждого человека очень важно уважать самого себя. Если этого нету, то никто не будет уважать его. Это однозначно, совершенно точно. Так как его достичь? Да вот, самый простой способ. Сегодня такая мерзкая погода, что большинство людей просто не вышло бы на улицу вообще. А я вышел и вас тоже призываю. Понимаете, когда вы знаете, что что-то нужно сделать, что-то правильное, и вы находите в себе силы и делаете это, то уровень вашего, самооценки вашей однозначно поднимается гораздо выше. Понимаете, вы этим себя любите. Это вы не любите себя, что заставляете, а любите себя. Вы любите человека, который живет внутри вас, и который заслуживает уважения. Ну вот,
часто меня на себя обвиняют в том, что я записываю вот эти ролики. Это реально часто вот на форумах обвиняют, в соцсетях, что это вот самолюбование, нарциссизм, самопиар. Да блин, считайте, что хотите, кто-то пишет. На самом деле это мотивация. Я вижу свою миссию в том, чтобы привлечь как можно больше людей, стать таким же, как я, и лучше меня, безусловно. Хочу уважать себя больше за то, что вы достигаете тех целей, которых вы желаете добиться. Вот, что очень важно. Вот. А те, кто это критикует, да я уверен в том, что абсолютное большинство из них, 99% в такую погоду, сидит дома перед телевизором, лупашит свой пивас и настращат на форумах всякую хероту. Вот. У них не хватит силы воли, чтобы заставить себя идти заниматься. Но они специалисты во всем, они все покритикуют и так далее. Они позовут домой своих друзей и будут с утра до вечера в этом бухать за столом пива, сожрать селедку под шубой и так далее. И мечтать только о том, что когда-то у них что-то будет. А годы идут, люди становятся только старше, в итоге ничего нет. И с каждым годом человек становится только хуже, если не двигается в сторону лучшего. Поэтому, друзья, самоуважение. Добивайтесь его. Если знаете, что что-то надо делать, что что-то правильное в вашей жизни, делайте это. Удачи!